Посмотрим, что делает Дима. Я, наверное, сосиски полю. А, с них уже как кишки, вот, знаешь, как зомби вот это выворачивает. Это Хэллоуин скоро, ну, в принципе, да. Камеру спалишь. Не спалю. А ты в курсе, что Хера вторая, у нее минимальное фокусное расстояние 30 сантиметров, а ты меньше подвел? Нет, там 15 сантиметров. Да? Да, 15. Я читал. У какой-то из них 30. Может быть, у первой. Может, у Хера, да, просто. У третьей и с ней далее, там, по-моему, 15, или 15, или 17. Ой, блин, в лавки попало. Блин, я пошел. А вот закусончик, пивончик, хлебушек под ногами лежит. Кто-то его положил. Сейчас микрофончики включим. Лучше звук будет. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь слышно нормально, да? Итак, веду свой репортаж с места события. Микрофон, подожди. Раз, два, три. Мы сегодня находимся на даче Димы. На даче Димы. Ой, блин. А, глаза. Блин, реально, фишка. Добрый день, добрый день. И снова здравствуйте. А слушай, тарелочки нету? Ну, так должно быть сервис полностью. Что, мы на стол будем ложить, это жирное. Не, зато. О, Яшка. Хочу. Хочу. О, отлично, бомба. Давай. Бутылку нах. О. Так, я сейчас. Да я тебя. Да. Именно так и было. Так и напишем. На заборе Бухенвальда. Так вон и было. Держи. Так нахера, хай себе греются там. Да? А тогда один себе возьми, а я два верну. О, подожди, вот этот возьми, а вот эти два верну. Вот это я его жарил форсункой. Ага. Вот так. Ты что-то этот, по-моему, жарил, да? Да, вот этот же жарил. Форсунка. Воняет. Воняет газом? Ну что, сейчас я поставлю таймлапс.